Ренат Хасанов, главный тренер Красной Армии. Подведите итоги 1/8 финала и сегодняшней игры, пожалуйста. Ну, сначала хочу поздравить команду «Спартак», болельщиков с прохождением следующий этап. Достойный соперник, очень достойный. Серия у нас, к сожалению, не получилась от слова совсем. Вот. В конце сезона было понимание, что попадаем на «Спартак». Пограничная была «Спартак», либо там другая команда. С ребятами много об этом говорили. И, к сожалению, те игры в конце сезона, которые мы не добрали очков, не поднялись на ступеньку выше, вот, нам не хватило, попали на «Спартак», что очень не хотелось бы. Понимаем и понимали, что и усиление у «Спартака» очень достойное, и команда. Я в прошлом году, мы здесь также сидели, да, когда прошли «Спартак». Ну, опять же, серию вроде выиграли вчистую, а команда молодая, очень амбициозная и очень интересная, играющая в хоккей, в атакующий хоккей, в комбинационный хоккей. С такими командами всегда тяжело играть, поэтому, ну, в этом году попали на них. Вот. Плюс еще у «Спартака» очень-очень солидные лидеры, ну, вот, ну и убийственное для нас большинство. Большинство все игры сделало, поэтому тут даже говорить не о чем. Хотя со всеми моментами мы были готовы, разбирали и знали, что будут делать. Но настолько высоко мастерство лидеров и бригад большинства, что мы не справились с этой задачей. В принципе, большинство по всем сериям, по всем играм оно решило. Так мне упрекнуть свою команду не в чем. Ребята старались, бились, но, к сожалению, хотеть мало, надо мочь. Но мы не смогли. Коллеги, ваш вопрос. Есть вопрос, Леонид Ильич. Вот скажите, пожалуйста, сегодняшнее поражение, это, наверное, самое серьезное поражение в вашей карьере? Любое поражение, оно серьезное. И, ну, я ребятам сказал, что можно проиграть, но не так. Вот, да, но опять же, понимают, молодежный хоккей, ребята хотели хоть как-то выправить ситуацию, там уже, я говорю, мне их упрекнуть нечем, желание у них было сумасшедшее, но, к сожалению, мы получили, мы недисциплинированно сыграли, мы получили штрафы, и из-за этого нас соперник наказывал, вот и все. Игра, я еще раз говорю, по серии была сделана большинством. Еще вопросы? Да, спасибо. Счастливо.